Вот магнит. Это телефон. Она картина Соник. И цветочек. Ну а зачем ты все это сюда притащил? Это арендная плата за вещи. Блин, арендатор, принеси все обратно в свою пещеру. Смотри, тебе это совсем не понравится. Там такое, как ты допустил. Это надо как-то прекращать. И он теперь тяжеленький прибахнуть. Достал. Надо спасать мои вещи, пока что еще есть спасать. Ух ты, то что за бардак такой, а? Привет. Шас, я тебе покажу привет. Вот тебе. А мне не больно. Ой, пламя-гасители, хоть бы что, надо что-то потяжелее. Слышь, ты же в 01 сам ушел, чё ты вернулся? Вернулся, потому что в 01 живут одни пожарики-машинки и туристы, а вещи там нет, а у вас есть. Я захотел покушать и пришел, у вас тут гитаре вещи есть. А-а, как покушать я захотел, шас, я тебя накормлю. Где подарчик, о, вот мой прекрасный. Эй, пламя-гаситель, щас я трясню. Эй, полегче. Но гитарь положи, ну говорю. Этот пламя-гаситель, у вас какой-то пожар, его надо в 01. Эй, отстань от меня. Детектор дыма надо срочно лечить, а то такое укусить может. А думал, я испугался, и в 01 обижал, вот тебе. Ой. Данное видео создано в исключительно ознакомительных целях, и ни в коем случае не повторяйте этого дома, так как это опасно. Всем привет, проводим эксперименты с детектом дымом. Подсите пока здесь, взрываем батарейки, и картонным мечом, с ней здесь миллион подписчиков в кофе. Кофе будут пить. Ну ладно. В детектор дыма будет выбрасывать бутылки. Начнем эксперимент. А мне не больно. Нет, смотрите, например, пух и все. Воруют. Ничего не воруют. Ай. Ой, я теперь, я больно и даже поломается. Нее детектор дыма, ты треснул от жадности. Я больше не буду. Начнем два эксперимента. Достать мой картонный мечом. Это картонный меч. Не больно. Не больно. Не больно. Начнем три эксперимента. Она будет выбросить бутылки. Она будет выбрасывать такую бутылочку, что то не гадость. Нее над дао. Фу, а как воняет, так как дея. А детектор дыма как выжил? Я сейчас реанимирую. Эй, слышал, на вчера канале поделками сделайте мой клон. Ага. Ничего скажешь. Последний эксперимент. Я тутом не полезю. Детектор дыма. Там 5000 евро. Где? 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 Я всю достану, ай. Пойдем посмотрим, ты где детектор дыма. Моего тут нету, я знаю, где он, ребята, он по трубе соседним сбежал, ну что, ребята, я побежал спасать детектор дыма, а если хотите увидеть продолжение, тогда жмите лайк, и как только мы наберем 100 тысяч лайков, выйдет следующая часть. Посмотрим, чем. Например, youtube.com. Посмотрим. А это уже реклама. Нотена. Детектор дыма. Чего? Иди посмотри. Что это такое? Ну, это уже реклама. Посмотри Википедию. Ну ладно, посмотрю. Google Ads. Посмотри Википедию.
и она выпущена в 2000 год. Ну, посмотри мой Википедию. Посмотрим. Сервис контекстной рекламы от компании Google, предоставляющий удобный интерфейс и множество инструментов для создания эффективных рекламных сообщений. Ads – флагманский рекламный проект Google и основной источник доходов компании. 24 июля 2018 года бренд AdWords изменил название на Google Ads, а также получил новый логотип. В России название сервиса AdWords изменилось на Google Реклама. Новый бренд символизирует весь доступный спектр рекламных кампаний, включая поисковые, медийные и видеокампании. Слышишь детектор дыма? Я слышу. Ура! Я убрали рекламу. Детектор дыма. Это ты молодец. Но уже все, подписается ваш канал и пока. Всем привет, как сделать картины детектор дыма своими картинами. Сделайте так. Вещи будут. Да будут, но это попозже. Будем выпрашивать у мультяшной страны. Да ребята, я сделал уже глаза-детекторы. Ладно, пойдем дальше, чего покажу. Ого, хоромы какие. Да это моя пачканая комната. А это чего? Пойдем поближе посмотрим. Ага. Это я знаю, чего такое, это пустой сейф, а это что? Это картина мамы. Живее и ярче, чем в реальной жизни. Детекторы, идите сюда, у меня все готово. А это чего? Это моя сломанный магнит. Детекторы. Вы нас зовут. Слышишь, пламя-гаситель, я приду. Ну а теперь ты 0-1. А я не отравлюсь? Нет, я же хорошего не пожелаю. В смысле, я же плохого не пожелаю. Так что 0-1, не бойся. Хорошо. Чего-то какой-то странный телефон. Ну ладно. Дан, что-то детектор дыма долго ходит. Да действительно, я пойду поищу его. Детектор дыма. Так, забор его на месте. Детектор дыма. Ой, что-то мне нехорошо. Эй, полегче! Голосастика, положи, я тебе говорю. Этот медведь у вас какой-то дикий, и его надо в лес. Отстань от меня! Валеру надо срочно лечить, а то такое укусить может. Может. Иди отсюда, мы таких обжор тут не прокормим. Ну и ладно, я тут себе на первое время взял запасы. Эй, положи мои конфеты. Ага, сейчас, всем пока. Не, а чё ты смотришь? А что? Как что? Спасай мои конфеты. А, думал я испугался и в лес убежал. Вот тебе. Ой.